Не хотите. Не-не-не, ребят, вот тогда они могут подать претензии к этому. Вон, помогайте, постучите по нему, идите, давай. Да, ребята, помогайте, складывайте вот сюда. Не ходите по листам, складывай. А молоток возьми. Чуть не убью. Давай, заберите. Да, я Не, ну ты не держи.
победили! Ура! Что-то... Хорошо. Спасибо. Спасибо. Мы что для себя отставим? Значит так, чтобы не было инсинуаций, это для милиции, для строителей. Все аккуратно демонтировано, сложено и ничего не испорчено. Хотя народ собирался снести и сломать к чертовой матери. Тем не менее, все аккуратно. Поэтому, когда господа захотят сказать, что здесь что-то сломали, испортили или украли, это будет инсинуация и ложь. Жильцы района просто-напросто восстановили справедливость и сказали, что на этой площадке дома не будет. Здесь будет детская площадка. И либо власти прислушаются к этому, либо, извините меня, будут проблемы. Значит, чтобы и вас, и нас услышали, мы предлагаем вам на пятницу, 5 часов, собраться около город-администрации на митинг, чтобы господа, которые олицетворяют собой власть, и Юцуба в том числе, поняли, что мы хотим, чтобы на этом месте было то, что хотят жители, а не то, что хотят господа-бизнесмены. Поэтому я вас призываю, раз в месяц можно уйти раньше с работы. Поэтому к 17 часам, пожалуйста, все подходите к город-администрации, мы заявим там этот митинг. Я надеюсь, что господин Яцуба не трусливый человек, он выйдет. Инициативную группу, пойдем инициативной группой, пообщаемся. И там, кстати, поднимем опять вопросы, на которые не отвечают. Это Ульяновские дворы, это, что касается Гагаринского района. Это и пляж Солнечный, и улица Гавена. Улица молодых строителей, которая продолжается, слава богу, там идут. Поэтому я хочу сказать, во-первых, спасибо сотрудникам милиции. Потому что мы не нарушали закона, было предписание. Мы четко выполнили, видели, что мы ничего не ломали. Поэтому претензий ни к нам, ни к милиции, кстати, нет. Я думаю, с этим все согласны, да? Да! Поэтому в пятницу в 17 часам, пожалуйста, город администрации.